Иногда приходится несколько раз подключаться, а иногда быстро подключается. Отправить отчеты и заявки на конкурс и в отпуске Роза Давлетшина не сидит без дела. Говорит, в день вот так несколько раз приходится перезагружать страницу. Скорость интернета в школе очень низкая, иногда и вовсе пропадает. Обучать детей дистанционно невозможно, говорит учитель начальных классов с 30-летним стажем. Если бы был хороший интернет, то и качество образования, наверное, улучшилось бы. Потому что, когда ведем уроки, интернет вылетает, как говорят, да? И опять приходится ждать сколько-то, это времени отнимает. На всю школу у нас две точки Wi-Fi. В школе роутер установили еще в 2011 году. И с тех пор ни разу не меняли и скорость не увеличивали. Низкоскоростной интернет, это было как бы проблемой для всех школ, можно сказать, для всех сельских школ. Нам нужен был, конечно, вот высокоскоростной интернет. И он будет. Сегодня в селе начали устанавливать опоры для оптоволокна. Благодаря высокоцифровой связи скорость интернета увеличится до 100 мегабит. Здесь у нас вот где вот вышка, стоит АТС. От этого АТС, основного узла связи, прокладывается оптический кабель до школы. Уже через неделю в этой школе будет скоростной интернет, обещают инженеры. В этом году Министерство образования и цифрового развития вместе с Таттелекомом запустили масштабную программу по обеспечению интернетом все сельские школы. Таким образом, 1 сентября мы будем, похоже, первым регионом, в котором все образовательные учреждения имеют широкополосной интернет и имеют соответствующую готовность проведение, цифровизация образования в полном объеме. Мамадышский, Черемшанский, Альметьевский, Кукмарский, Арские районы в лидерах по количеству школ без интернета. Дистанционное образование показало слабые места в плане интернета или его отсутствие в целом. Есть в республике школы, где обучаются 400 детей, и они без связи. До конца 2020 года 1081 школа, абсолютно в этих школах будет хороший интернет по технологии ВОЛС. Считаем, что это хороший подарок со стороны президента в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Это первый такой масштабный проект в республике. В этом году свыше 1000 городских и сельских школ получат высокоскоростной интернет. На очереди колледжи и техникумы. Фильза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.